Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новенький, свежий инвестиционный проект по заработку криптомонеты Tron. Называется 2Tron, 2Pay Top Best. Ну, вот так вот у него название. Это майнер инвестиционный. Не забываем, любые инвестиции в интернет — это всегда риск, какой бы ни был проект. Давайте переведем на русский, посмотрим, что он нам предлагает. Начало новой эры облачного майнинга. Регистрация, купить план и обналичить. И тут планы. Минимальный депозит здесь от 23x. Значит, 140%, далее 63x. 150, ну и по нарастающей. Я еще даже не регистрировалась. Делаю все в режиме онлайн. Дней работы 0. Я сказала, что он новый, свежий. Пошли, конечно, пользователи. Депонировано. Далее. Ну и вывод есть, соответственно. Так, вопросы-ответы. Так, партнерская программа здесь, по-моему, 20%. Да, 20%. Так, и вопросы-ответы, естественно, нас интересуют. Ну, как начать, естественно, зарегистрироваться, сделать депозит, ну и все такое. Так, самые такие основные я покажу. А кого заинтересует, сами изучите вопросы-ответы. Как изменить адрес? Кошелек изменить нельзя. Сколько можно заработать без вложений? Значит, 1.52 TRX каждый день без вложений. Вы также можете обновить. Типа того, сколько могу заработать на партнерской программе. Я уже сказала, 20%. Сколько занимает вывод мгновенно. И иногда как бы занимает вручную, обрабатывается. Так, получение депозита от минуты до часа. Так, минимальная сумма для вывода 10 TRX. Так, что? Так, значит, ну, у каждого свой план. Депозит 6 дней действует. Так, существует ли срок действия моей учетной записи? Да, аккаунт удаляется, если на нем не было активности в течение 30 дней. Могу ли я купить более одного майнера? Да. Как контракт? Как долго действует контракт? 30 дней с момента покупки. Так, несколько аккаунтов. Да, вы можете добавить в систему несколько кошельков. Значит, я зарегистрируюсь, я могу создать, зарегистрировать еще один. Но они не должны быть зарегистрированы по вашей реферальной ссылке из другого кошелька. То есть, я, например, я зарегистрируюсь, я не могу по своей реферальной ссылке сделать новую регистрацию, только чтобы у меня был другой пригласитель. Ну и как связаться, если вопрос, о странице контакта. Имя, адрес, название, что и пишите, как бы, вопрос. Перевожу на английский, возвращаюсь. Значит, и get start. Это в один, что у нас по регистрации. Просто Tron адрес. Перехожу, я буду с Tron линка. Так, это не то. Копирую адрес и вставляю. Кликаю старт. И, как видим, у меня началась майниться монетка. Бонус 15 ГХС. Можно начинать без вложений. Набираете минималку 10 трон и пробовать ставить на вывод. Даст заработать, вывести, то есть, да? Хорошо, не даст вывести, никто ничего не теряет. Вот.
Ну, здесь планы, значит, что у нас здесь по кабинету? Ну, это контакты. Выход аккаунт. Здесь у нас... Что у нас здесь? Реферальная программа. Так, дашборд. Это вывод. А где же реферальная ссылочка у нас? Остаток средств, адрес вашего кошелька показать, спрятать. Это вкладочка вывод. Счет вот здесь. Значит, и наша реферальная ссылочка, вот она. Значит, здесь будут отображаться наш партнер, комиссия. Депозиты, как видим, у меня еще ничего нет. Здесь будет отображаться вывод, ну и транзакции. Так, иду. Вопросы-ответы, выплаты. Ну, одна выплата я там смотрела. Так, значит, что нужно сделать? Прикупить, естественно, контракт. Я возьму, рискну я, так как проекту 0 дней. Я возьму вот это за 60 монет. И всего я получу 84 монеты на выходе. Клику Bio. Вы же пробуйте абсолютно, друзья, без вложений. Как я уже сказала, даст вывести. Хорошо. Не даст, никто ничего не теряет. Так как это инвестиционный проект, и надо понимать, что любые инвестиции в интернет, какие бы ни были, это всегда риск. Значит, читаем, что здесь. Так, адрес. Значит, цена 60. На указанный адрес подтверждение 10. У меня есть 59 минут, 59 секунд. И можно ОР-код сканировать, ну и все такое. И здесь можно отслеживать статус платежа. Я копирую адрес. Так, перехожу в кошелек. И... отправить, вставить, проверяю адрес. Прописываем монеты. Цент. Все. Монеты я отправила. Вот они. И если я кликну вот сюда, здесь будет отображаться статус транзакции, как бы, да? Так, значит, возвращаемся куда? На дашборд. Значит, что здесь теперь надо? Так, аккаунт. Вот эта вкладочка, вот здесь транзакции. Так, вот нужно еще... Вот они, моя транзакция, друзья. Они еще в обработке. Нужно 10 подтверждений, как там написано. Но они уже в кошельке. Видим, да? Вот они, 60.4x. В обработке. Вот. Вот такой вот майнер. Так что, кому интересно, заходите, рискуйте, неинтересно, пройдите мимо. Также можно, как я сказала, работать абсолютно без вложений. Но я рискнула, так как майнеру 0 дней, и можно подзаработать. Ну, вывод, естественно, буду проверять, запишу видео по выводу. Всем удачи, всем пока!